Сегодня второй день конкурсного просмотра. Здесь участвуют дети из 5 регионов Российской Федерации и 7 районов нашей республики. Это проводится фестиваль эвенкийского творчества по инициативе Жиганского района во второй раз в городе Якутске. Гран-при фестиваля составит 150 тысяч рублей. Это главный приз данного фестиваля. Так, и будут еще лауреаты, дипломанты по 4 категориям, направлениям нашего фестиваля. Вчера мы моду просмотрели и песню, сегодня танцы будут и устное народное творчество будет сегодня представлено. Для того, чтобы наши дети начали постигать азы именно разговорной речи, этот фестиваль был именно вот с такой вот целью создан, чтобы наши дети услышали настоящую эвенкийскую речь. Ведь в Южной Якутии эвенки сохранили свой язык. Они между собой, межнациональное общение у них сохранилось. Они эвенки разговаривают на эвенкийском родном языке. Поэтому площадка в городе Якутске является той самой плодородной почвой для того, чтобы наши дети постигли азы эвенкийского языка. Мы впервые на Юкте участвовали в 2017 году, вошли в историю проведения этого фестиваля, так как мы стали обладателями гран-при и получили премию в размере 150 тысяч рублей. За это благодарим очень. Такие фестивали, как Аюкта и Суглан, это они, наверное, все-таки приравнены на то, что молодежь приезжает, общается друг с другом, узнают что-то новое, расширяют свой кругозор. Аюкта фестиваль иккиһинытылларгар биһи бу бастыгыбыкка таһмыт икки курахтаһаччы атан икки тоқа бастыгы фольклорный ырыага кыыс кирди эстрадныйга онна бүгүн эдерчака икки уоллаах кысын күлүлэр тикси ырах пахир дебакка бит келлибит типолуходдан биэс күн устаммыт так белемнемепет бирый болла онатону желаем всем удачи.